гости. Около 20 представителей туристических компаний из Краснодарского края, соседних с ним регионов и Республики Крым. В Анапу они приехали, чтобы увидеть наследие Боспорского царства. После того, как сама Греция и ее культура были ассимилированы Римской империей, черноморские колонии оставались последним оплотом эллинской цивилизации, являясь, впрочем, вассалом Рима и своеобразным щитом от напиравших с севера степных кочевников. Информационный тур – часть продвижения федерального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В него включены 10 территорий, включая Новороссийск, Геленджик, Тамань и Анапу. Это новые отдыхающие, новые гости, которых мы ждем с радостью на нашей гостеприимной земле. Курортная отрасль – это основополагающая отрасль, которая приносит и в наш бюджет, и в бюджет наших жителей основные доходы. Участники инфотура приехали в город-курорт Стамани. В музее Гаргипе обращают внимание на то, что он находится в самом центре, на набережной. Каждый ребенок вот может вот так потереть, покрутить зернотерку. Это интерактивная часть. Такой ткацкий станок был придуман еще древними египтянами. Гости профессиональным взглядом осматривают экспозицию. Ольга Милюкова из Таганрога Ростовской области. Там родился Чехов, а неподалеку есть античный памятник. По образованию Ольга преподаватель музыки. Уже больше 10 лет занимается организацией туристических маршрутов. В распоряжении компании есть собственные автобусы и возможность принимать туристов из любой точки страны. Шикарная перспектива. Просто мы ходим и восторгаемся тем, что нам показывают. Вот, это очень интересно, очень познавательно. И действительно, есть возможность привлечения туристов. Я здесь с той целью, чтобы составить какое-то понимание и потом это привозить группы, конечно. В свою очередь, в городе-курорте уже разработали 3-, 5- и 7-дневные маршруты с проживанием и питанием. Совместно с региональным министерством курортов и туризма специалисты прорабатывают транспортные маршруты, чтобы отдыхающие могли самостоятельно посетить объекты, включенные в проект. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.